Арсений, покажу вам карту, на которой изображены... Это все посвящается тематике уничтожения евреев во время Второй мировой войны. Это концлагеря вот такими черными квадратиками. Где евреев уничтожали. Вот, например, газовыми камерами, да, черные квадратики. Вот я покажу, например, вот здесь Треблинка, видите? Это уничтожение. Дальше концлагерь просто, транзитный лагерь. Мейджи, гетто, где они жили, пока их не отправляли. Погромы, вот таким розовым треугольничком. Потом еврейская звезда, это их вооруженное сопротивление. Партизаны квадратиком. И вот красная стрелочка, где дороги, по которым их везли. Вот, видите. Короче, вот сопротивление. Видите, концлагерь, сопротивление, концлагерь, сопротивление, концлагерь, сопротивление, сопротивление. Вильнюс, сопротивление, Клецк, Нешвиц, какое-то сопротивление, Лакфа, сопротивление, Тужин, сопротивление, Борщ-Чиф, сопротивление, Собибор, сопротивление, Радом, сопротивление. Вот, и это все, видите, вот так вот на карте удобно, все видно. Где были преступления нацистской армии, по каким дорогам их перевозили. Тут, поверьте, тут все разложено, вот просто, вот насколько можно разложить гетто. Вот, например, это массовое их захоронение, да, вот еще небольшое захоронение, вот, вот оно. Это вот, где жили дети, у которых родители убили, это их школа. Джипси кэмп, где жили эти, джипси, как сказать по-русски. Короче, вот, их, как их брали на работу, сколько стоил хлеб. Например, стоил хлеб 20 марок, а потом он стал 1000 марок стоить. Каждый год сколько смертей было. Вот, это в Лоц и Варшаву. Сколько открылось заводов. Вот это вот там, где жили евреи, тут не было яблоку упасть. А это, например, Мюнхен, видите, как все свободно. Вот, я к чему говорю, что почему у нас нету карт, которые показывают ГУЛАГи, о которых я вам говорю на каждом нашем стриме, на каждом стриме. И я бы хотела посмотреть, сколько ГУЛАГов имели вот такие вот, вот ну, пусть у вас не еврейские сопротивления, ну, не знаю, ну, кулачок. Я бы хотела увидеть, что вот было гетто и был кулачок, что люди сопротивлялись в ГУЛАГах. Где такие карты есть? Я понимаю, что Гитлер был мразотой, чумой 20 века, видеть, сколько книг сделано, чтобы показать, как это работало, какой, ну, чтобы все знали о нем правду. Где правда о Сталине? Где все вот эти вот карты, чтобы можно было увидеть, как везли политических заключенных, куда, статистика, где их кормили, где же были детские, вот, вот то же самое, вот, орфанич. Убили родителей, чтобы были вот какая-то школа, да? Покажите, как жили в 20-е, в 30-е, в 40-е, в 50-е годы, пока работали ГУЛАГи вовсю, убивали. Где-то статистика, почему таких книг не вижу?